Привет всех на канале Arduino на сайте PortalPK. И сегодня у нас очередная распаковка комплектующих для чипу станка. Шла вот у меня такая коробка мятая и небольшой пакетик. Распакуем их после заставки. Открыла коробку. Что же у нас в коробке? Провод. Коробка с блоком питания на 12 вольт, 2 ампера. Переходник для блока питания. Вроде даже целая, несмотря на то, что коробка так сильно мятая. И лазерный модуль с ТТЛ модуля. Ну все, коробка пустая. Давайте все откроем, посмотрим. Питание целый. Так, переходник подходит. Шо? Это хорошо. Так, очки. Очки. Посмотрим. Очки немножко грязные, но при этом целые. Все у них выглядит зеленым. Все в зеленом цвете. Так. Откроем модуль. Лазерный модуль. 450 нанометров и 2,5 ватта, как я и заказывал. ТТЛ модуль. Что же у нас тут? А тут уже написано Uno 8266 V3 и WHV30. Что же у нас тут такое? Здесь я заказывал Arduino Uno. Вот она. Для ЧПУ станка. Для CNC шилда. Это у меня Node MCU и Arduino Nano. TTL модуль. Данный выход для подключения LED написано. Минус, плюс. Это фан. Плюс, минус. Это для вентилятора. У лазерного модуля это сам лазерный модуль подключения. Подключила блок питания. Давайте подключим вентилятор, посмотрим. Что-то загудело. Крутится, но, конечно, очень слабо, даже не чувствуется. На столе слышно, что будет немножко.
Опытным путем выяснил, что данный подстроечный резистор настраивает ток на выходе. Изначально так, конечно, мерить не стоит. Это очень 1,39. Было 1,56. В интернете рекомендуют выставить ток 1,2 ампера. Что я сделаю? Также рекомендуют понизить рабочее напряжение до 4,8, но так как тут нету подстроечного резистора для напряжения, понижу, изменю для начала ток. Настроил ток до 1,2 ампера, 1,24. Временно все зафиксировал на термоплиту, чтобы так все было удобно, и чтобы модуль лежал. Сейчас все подключу. Поставлю с другой стороны пробный лист, настрою фокус и попробуем что-нибудь данным лазером прожечь. Подаю питание. Точка маленькая. Не знаю, как она должна быть правильно. Все, вот такое вот белое свечение. В очках она кажется белая. Такая полоса получается. Не знаю, видно, не видно. Прорезала вот такую черную полосочку. 3-миллиметровый серый пластик. Включаем на 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отключаем. Смотрим, что у нас получилось. О, ужас. Наклеил бумагу. Сейчас попробую бумагу прорезать. А, соответственно, сделал ленту малярного скотча по ее бумаге. Приклеил. Посмотрим, что получится. Бумагу прорезать достаточно легко. Надо настраивать фокус. Попробуем со стороны, где малярный скотч. Тут поверхность поровнее. Бумага загорелась.
такая вот ситуация. Есть оранжевый пластик, глянцевый, с пленкой. Пленку не буду снимать. Сейчас попробуем оранжевый пластик. Дымок идет. Насквозь, как видно. Последний тест. Взял термоплиту 4 мм. Сейчас я поставлю. Поставлю для того, чтобы было видно, когда она прожжет. Все вроде бы устойчиво. Включаем. А пока еще не видно. Все, прожгло. Смотрим результат. Входное отверстие и выходное отверстие. Лафтерный модуль достаточно неплохой. Конечно, я ожидал большего. Но посмотрим. Возможно, что когда я поставлю на станок, фокусное расстояние будет более стабильное. Сейчас все равно идеально настроить не получается. Поэтому надеюсь, что будут еще лучшие результаты на станке. Данный лазерный модуль с блоком питания, ТТЛ модулем и вот с такими очками. Да, я купил за 4200. Ссылочку оставлю в описании. Кому интересно, смотрите. Ардуино я уже проверил дома. Работоспособность. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока. До встречи в следующем видео.